Друзья, всем привет! Сегодня я приготовлю вкусные бедрышки в сметанном соусе в казане на костре. Сегодня мне нужно минимальное количество ингредиентов. Главное, конечно, это бедрышки куриные. Я с них сниму кожу, так как мы не будем их немножко тушить, и кожа не будет совсем, наверное, вкусная, тушеная. Дальше нам нужно будет лук. Я возьму две штучки. Чеснок гранулированный, перец черный молотый. Сметана жирная 23% и 20%. Я взял две разных. И соль. Погода на самом деле наконец-то летняя. Всю неделю будет жара. И у меня есть хорошая возможность готовить хоть каждый день. Чем я и буду заниматься. Я сниму шкуру с бедрышек. Так будет лучше. Вон кошки счастливые. Теперь я немножко их подсолю, подмариную, немножко небольшие надрезики сделаю. Лёш сам себе еду готовит тут. Лук порезал, курицу посолил, поперчил, шкурку снял. Теперь пойдемте разогревать наш казан. Казан немножко прогрелся. Я добавлю чуть-чуть масла, чтобы курица наша не подгорела. Грамм 30, хватит. Стенки казана немножко смажем. Буду жарить двумя партиями. Нам нужна красивая коричневая аппетитная корочка. Такая вкусная аппетитная корочка. Уже супер пахнет. А когда все это потушится в сметанном соусе, будет сливочное, нежное. Будет вкусно очень. Обжарили до корочки. Вот такой вот.
Конечно, там внутри еще сырое, но мы будем тушить еще минут 20. Вторую партию. Вторая партия тоже пожарилась. Корочка хрустящая, аппетитная. Отправляю наш лучок. Дальше добавляем сметану. Теперь добавляю горячей воды. Теперь добавляем бедрышки, чтобы они потомились на минут 20. Пропитались вкусным сливочным соусом с лучком. Весь жирок туда. Наш соус чуть подсолю. Прошло 15 минут. Посмотрим, что у нас там. Чуть-чуть томится все. Как приятно пахнет оттуда. Пускай еще минут 10 постоит. Будем есть. Прошло 25 минут. Все тушилось на очень-очень медленном огне. Я уверен, что получилось очень вкусно. Наконец-то пришло время попробовать. Давайте я расскажу, что получилось у меня. Давайте посмотрим, курочка на самом деле хорошо сварилась, она распадается вся на волокна. Свежая булочка сюда подойдет. Гарнир, может быть, картофельное пюре. Но получилось
На самом деле очень просто и очень вкусно. Я бы добавил сюда еще кое-что. Я добавлял только гранулированный чеснок. Но можно еще обычный чеснок добавить, чтобы соус получился более насыщенным, чесночным. Но соус получился на самом деле очень вкусный. Из-за того, что кислинка от сметаны и сладкий лук, потому что он немножко зажарился, закарамелизовался. И получилось очень вкусно. Друзья, очень вкусно получилось. Я советую приготовить, рецепт несложный. Легко готовится в обычной сковородке дома. Получается обалденно. Если хотите, чтобы соус получился более густой и получил такой коричневатый цвет, можно добавить немножко обжаренной муки. Прям чуть-чуть. Я пока поем немножко, а вы подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось мое видео. И пока погода мне позволяет, буду готовить еще. Всем удачи!